Два гения пьют чай. Beautiful smell. С помощью датчика движения. Датчик движения, распятие. Ну, остановить призрака распятием. И звук засечь, но нету этого прибора. Он, блядь, по-моему, фантом. Давай фантома. Допустим. А, горячо. МП с коммунизм. А, не коммунизм, вот МП. МП стать свидетелем призрачного явления. И звуки. Звуков нет, МП есть. Короче, два задания из этого можно выполнить. Главное мне знать, где призрак будет. Он дверь, походу, закрыл. На, МП. Отдыхай. Я не хотел подыхать, и он прям во мне заспавнился, как только я побежал к выходу. Офигеть. Аджара гуджу! Мэджик. Позвоночный. Ема, он шустрый. Диаген? Это получается не диаген. Морой? Это морой. Нет. Благовоние возле призрака. Остановить призрака при помощи распятия. Сфотографировать призрака. Не. Охота. Ой, я тебя не вижу. Башка такая-то... Такая торчит нафиг. Ой, я думал, это призрак уже. Не, Олег, ты просто роль распятия хорошо выполнил. Отлично. Это Пайе. Выбирай Пайе. Круто. Как определить тень? Прием, прием, как слышно? Призрак, лох. Призрак, лох. Призрак, лох. Призрак, лох. Я его сразу заблаговоняю, не бойся. Это ревенант. Ревенант? Да, это ревенант. Чё? Два задания, Каев! Нет, это демон. Это? Ла. Нет, ой. Это не дух. Лох. Призрак лох. Призрак лох. Лошара. Призрак немощь. Охота, крэс. Я тут. Летай? Сюда. Фантом? Ой, чё он такой шустрый? Нет, не фантом. Это... Тебя съели? Нет, я убежал. Он был быстрым, потому что он тебя видел. Короче, это... Боже. Он сначала был как фантом, но это не фантом, это не они. Не фантом, не они, не блин.
Лох, иди сюда. И сейчас как охота начнется. Да, так и знал. Это не дух, это не дух, это не дух. Вычеркивай духа. Он во мне заспавнился, это банши. Уверен? Это банши. Да, полностью. Да. 500 миллиардов процентов, что это банши. Я даже ничего сделать не успел. Он просто во мне заспавнился. Запустить, потушить свечку, зажечь благовоние возле призрака и обнаружить призрака при помощи датчика движения. Датчика движения у нас нет. Почему у меня камера сейчас? Нет, это... Абака? Два задания ты выполнил. Погоди! Райдю? Нет, это мини. 100%. И нет. О, он замедлился, потому что температура увеличилась. Главное, чтобы он не призвался раньше времени. Я за тобой иду. Говорю, он горе. Слишком медленный. А, тень, ну ладно. Дух, мираж. Дух может тоже вычеркнуть. Хотя не факт. Благовоняю. Минуты нет. Ну что?